Здравствуйте. Коронавирус наступает по всем фронтам. Уже страдают многие сферы экономики, в частности туризм. А как насчет туризма на Алтае? Что это для нас, катастрофа или новые возможности? Об этом мы не только беседуем сегодня с организатором туров по Алтаю Любовью Руденко. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, как вот за последние недели, месяцы у нас ситуация изменилась в этой сфере? На самом деле ситуация крайне нестабильная. Если неделю назад я бы вам сказала, что туризм на Алтае будет процветать, это очень много возможностей открывается перед нами, что все переориентировались на внутренний туризм, что к нам поедут люди со всех регионов, для кого перекрыли направления такие, как Турция, Таиланд, Индия и так далее. Но на сегодня могу сказать, что ситуация постоянно меняется. После того, как обнаружили коронавирус в Москве, после того, как перекрывают границы, уже наступает такое легкое паническое состояние. Думаешь, что же будет? А вообще, будут ли люди ездить, даже наши местные? Но если в общих чертах сказать, что ожидается, прежде всего отложенный спрос. Это даже говорят мировые аналитики. То есть люди сейчас сидят и выжидают. Они думают, то ли покупать путевку, то ли не покупать. Ехать или не ехать, откроют границы или нет. Поэтому сейчас мы наблюдаем существенный спад. То есть люди видят наши новости, люди читают, люди, возможно, что-то планируют, но на данный момент конкретных бронирований не происходит или происходит очень мало. Тем не менее, каждый день поступают сотни и сотни новых предложений. Многие турагентства, например, делают упор как раз на внутренний туризм и присылают суперакции о том, как вот прямо сейчас можно купить с какой-то бешеной скидкой. Возможно, кто-то клюет. Поэтому, я думаю, здесь разделятся люди на несколько лагерей. Есть те, которые боятся. Те, которые боятся, они просто отсидятся и будут ждать. А другие увидят в этом возможность, именно потребители. Они поймут, ага, сейчас можно поехать гораздо дешевле. И на мой взгляд, угроза несколько завышена. Я считаю, что молодцы власти, что они защищают, да, они стараются, скажем так, нас защитить, чтобы этот вирус к нам не проник. Но я надеюсь, что к маю месяцу это все утрясется, все наконец-то успокоятся, выдохнут, и народ начнет наконец-то оживляться и путешествовать. А вот предложения привлекательные, они только ценой стараются привлечь, либо появились какие-то принципиально новые предложения, потому что, как известно, кризис — это всегда еще и новая возможность для каких-то новых нестандартных решений. На данный момент ничего нестандартного я не видела, а вот ценовая политика очевидна. Сейчас, если все переориентировались на внутренний туризм, то есть на одного и того же потребителя сразу вместо 5 сыпется 10 предложений. И, соответственно, учитывая, что зарплаты в нашем регионе, к сожалению, не очень высокие, люди умеют считать свои деньги, и им уже не важно, как ты называешься, им важно, какую цену ты предлагаешь и что за это они получат. Поэтому сейчас, я думаю, будет очень жесткая конкуренция, и плюс появятся новые игроки. То есть те, как раз, которые были ориентированы на международный туризм, они сейчас войдут во внутренний туризм и тоже начнут что-то предлагать. Поэтому конкуренция ужесточается, но с позиции потребителя это выгодно. Потому что сейчас у него больше выбора и ниже цены. Поэтому для тех, кто не боится, надо ехать прямо сейчас. У вас клиенты в основном, они из других регионов, либо местные же алтайские? Лично у меня местный алтайский, поэтому я считаю, что я еще в более выгодном положении, чем те, которые ориентированы на Москву, Питер и другие регионы. Потому что если сейчас перекрывают границы, то эти люди уже думают, бронировать им или нет. Они сейчас опять-таки ждут. А потом неизвестно, что будет с ценой на авиабилеты. Потому что чем ближе к сезону, тем цена на авиабилеты возрастает, соответственно, им сложнее купить билеты. Даже прямой рейс, например, Москва-Барнаул уже стоит такие значительные деньги, и не все могут себе это позволить. Поэтому здесь с другими регионами сложнее обстановка. Когда говорили о конце света несколько лет назад, приближающемся неумолимо, Алтай называли как местом, где точно ничего плохого не произойдет. Сюда аж многие приезжали жить. Такой островок спасения. Пока Алтай такой островок спасения, что касается коронавируса. Да. Посмотрим. Ни одного случая нет. Официально пока ни одного. Да. Будем стоять на этом. Сейчас Алтай обладает явными конкурентными преимуществами по сравнению с другими регионами. Потому что пока нет официальных случаев заражения. Б, может еще по каким-то другим признакам. А мы сейчас говорим, поняла, мы говорим сейчас про Горный Алтай или про Алтайский край?
Давайте рассматривать вместе и Горный Алтай, и Алтайский край наш родной, он же тоже достоин, чтобы сюда приезжали. Давайте начнем с Алтайского края, потом про Горный Алтай. Что касается Алтайского края, я считаю, что у нас огромный туристический потенциал в нашем регионе. У нас летом, по крайней мере, шикарный климат. А если говорить про всем известную здравницу Белокуриху, то мало того, что там огромное количество светлых дней, солнечных дней, больше, чем даже в Карловых Варах или где-то еще. К тому же у нас в воздухе аэрионы в Белокурихе, это значит реально целебный воздух, и люди действительно исцеляются, и у нас целебная вода. Этого тоже никто не отменял. Поэтому проект Белокуриха, Белокуриха-2, то есть вот эти радоновые источники, это перспективное направление. Я считаю, что многие люди будут ехать. Единственный момент, как сделать эту цену доступной, чтобы и наши местные жители спокойно могли поехать в санатории и отдохнуть недельку-две. Вот это вот, вот над этим, я считаю, надо поработать. А в плане конкурентных преимуществ, безусловно, изумительная природа, инфраструктура развитая, у нас все есть. У нас есть куча турбаз, санаториев, рекреационных зон, даже там есть теренкуры, это оздоровительные тропы, где все обозначено, какой набор высоты, какой километраж и так далее. У нас все есть. А если дальше Белокурихи, у нас же есть и дикие места. Есть дикие места, например, Тегерекский заповедник, Чинитинский заказник. Это направление пока еще слабо развито, и, возможно, даже, например, в Тегерекском заповеднике не заинтересованы прям в массовом, совсем массовом туризме, но тем не менее, те, кто ценитель Алтая, настоящий ценитель диких красот и тихих мест, вот, это важно, ключевое. Я была в прошлом году в Тегерекском заповеднике, это было самое тихое место на Алтае за весь сезон, который я отъездила. Там очень красиво и очень тихо, очень спокойно, и те, которые за первозданной природой едут, они там получат огромное эстетическое удовольствие. Самоизолируйся на здоровье, да? Уж настоящая изоляция, это действительно вот таких у нас малодоступных. Хотя, с другой стороны, туда есть дороги. То есть, туда, в принципе, есть дороги, инфраструктура тоже есть, пока не сильно развитая, но она присутствует. Там даже есть домики, пусть немножко, на малое количество мест, но они есть. Алтайский край всегда ругали, Алтайский край и Республику Алтай ругали несоответствием цены за отдых и сервис. Ну, в основном у нас все-таки такие любители комфортного отдыха, да? Не все в палатках могут жить. Как считаете, сейчас подтянется сервис? Вот что ни заседание какое-нибудь, всегда нашим говорят, а вот сервис бы еще получше, у вас бы вообще была бы Швейцария. Вот. Я, может быть, не такой глубокий эксперт по этой области, потому что у меня бюджетные туры, то есть мы не живем в каких-то пятизвездочных отелях, да, и у меня люди, привыкшие к таким простеньким условиям, простеньким комфортным условиям, да, таких турбаз у нас достаточно, у нас есть турбазы, да, пусть удобство, например, на улице, но тем не менее это добротный там деревянный домик, например, с чистого кедра, да, и там все внутри хорошо, да, а те, кто хотят именно дорогой отдых, за дорогой нужно платить дорого. И, конечно, я много раз слышала эти мнения, что в той же Турции они получат за эти же деньги гораздо более высокий сервис. Честно, считаю, что да, нам есть над чем работать. Но эта работа, она такая планомерная и, возможно, на несколько лет вперед. То есть это нужно готовить кадры. То есть эти люди должны знать, что такое клиентский сервис. Как нужно улыбаться людям, как с ними нужно общаться. Да? То есть персонал должен быть подготовлен к тому, чтобы ну, в чем-то угождать людям, да? Чтобы им нравиться, чтобы им там было хорошо. Поэтому над этим стоит поработать. Ну, у нас появилась, например, академия гостеприимства. Так что я думаю, мы планируем. Наверное, придем к этому рано или поздно. И плюс опять вопрос конкуренции. Чем будет выше конкуренция, тем больше люди будут стараться. Да? То есть они будут понимать, если я буду для людей более приветлив, если я предложу им лучшие условия, они поедут ко мне. Поэтому конкуренция в данном случае это хорошо. Доллар скачет, соответственно, цены сейчас сильно меняются. Если честно, я вообще не понимаю, при чем тут доллар и цены в Алтайском крае на туризм. Мне кажется, особой взаимосвязи здесь нет. Мне кажется, просто это уже пытаются все связать как-то с долларом, потому что это модная тема. На самом деле что? Транспортники местные, турбазы местные, продукты в основном все-таки местные. О чем тут речь? Какой доллар? Поэтому я считаю, что это не связано. Очень многие считают, что связано, и обосновывают повышение определенных цен именно с этим. Но, кстати, как вот вы сейчас наблюдаете в наступающем сезоне цены на размещение в отелях и прочее-прочее выше будут, чем в прошлом году? Пока точных данных нет. Многие, опять-таки, выжидают.
те же самые турбазы. На данный момент информации, что все повысится, у меня нет. Единственное, транспортники, они говорят, если бензин повысится, значит, мы повысим цены на транспортные услуги. Но опять-таки здесь парадокс. Нефть подешевела в два раза, а бензин дорожает. Этот парадокс никто не может разгадать. У меня есть версия. Я могу озвучить, не могу, нет. Оставим это политикам, я думаю, да, в первую очередь. Ну вот, если кратко, чего ждете все-таки вот в ближайшее время? Мы так или иначе выйдем, наверное, из этой ситуации. Вот какими мы выйдем? Есть оптимистичный прогноз, а есть пессимистичный прогноз. Я думаю, что оптимистичный прогноз в том, что к майским праздникам все это уляжется. И люди счастливые и довольны, наконец-то пойдут погреться под лучами солнышка, поедут 1 мая на праздник цветения моральника на Бирюзовой Катуни. И, как говорится, сезон пройдет в нормальном русле. То есть люди встрепенутся и начнут опять ездить. Это оптимистичный прогноз. Более пессимистичный прогноз, что это может улечься, может быть, даже к концу июня, например, да? В любом случае, жесткая конкурентная борьба выиграет сильнейший, выиграет тот, кто умеет приспосабливаться, кто может регулировать цену тоже, да, предложить наилучшие какие-то условия. То есть, соответственно, слабым игрокам, возможно, придется либо с кем-то объединиться, либо уйти с рынка, либо переждать, опять-таки, выждать это время и потом снова, скажем так, выйти на рынок. Поэтому выйдем похудевшими определенно, придется потянуть пояса и, думаю, что немножко обедневшими это тоже, потому что, скорее всего, будет сильно снижена маржа, то есть то, за счет чего, собственно, зарабатывают организаторы, скорее всего, эта маржа будет снижена в два раза. Я думаю, не меньше, чем в два раза. Соответственно, за те же самые действия люди будут получать в два раза меньше. Скорее всего, так. Буквально два слова. Да. Сама боишься, не боишься сейчас путешествовать? Путешествовать? Нет, я не боюсь путешествовать, если говорить про это. Если говорить про страхи перед будущим сезоном, еще к пессимистичным прогнозам еще может потом снег потаять, и весь снег порушит, неизвестно, да, может наводнение еще что-то. Паводок это еще никто может... не отменяет. Да. Так что может после коронавируса наступить паводок. Так что я чувствую, сезон будет веселым, но мы прорвемся. Я в нас верю. И он нас, наверное, закалит. Да, определенно. Определенно. Кто лучшие маркетинговые стратегии будут побеждать, лучшие предложения. То есть придется стать современными, более мобильными. И да, мы станем сильнее, определенно. Спасибо за интересную беседу. Напомню, у нас была в гостях Любовь Руденко, организатор туров по Алтаю.